Сегодня, 30 мая, глава района Заурхан Мирзов провел еженедельное планерное совещание, на котором руководители отделов структурных подразделений доложили о проделанной работе. Началась сегодняшняя планерка с приятного момента. С профессиональным праздником работников библиотечной системы поздравил глава муниципалитета. На отрадно видеть факт, когда вот в детскую библиотеку заходишь, это не только в Кашихабле, очень много детей, которые читают, которые занимаются в библиотеке, это, несомненно, вклад работников библиотечной сферы, и за это бы хотелось бы вас всех поблагодарить. Всем крепкого здоровья, профессиональных успехов. Работа библиотек, работа библиотечных фондов все время меняется. Вот современные реалии вносят свои коррективы, в частности, то, о чем я говорил, автоматизация. Я думаю, что у нас она идет довольно-таки успешно. Из рук главы района почетные грамоты получили ведущий библиотекарь Блещепсинской модельной библиотеки Сусана Кидакоева, библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки Зарема Киржинова и библиотекарь-каталогизатор отдела комплектования и обработки литературы Фатиме Джимухова. Всех работников библиотечной сферы поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. От души, уважаемые наши работники библиотеки, поздравить вас с нашим пускай прошедшим профессиональным праздником, пожелать здоровья, удачи, благополучия, пожелать, чтобы вы действительно были в наш современный цифровизированный век, были теми людьми, которые вот тепло книги доносили людям, особенно детям. От души вас с праздником. За большой вклад в развитие культуры района почетными грамотами Совета народных депутатов были награждены директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Фатима Хакунова, библиотекарь по работе с детьми детской модельной библиотеки Женета Зехова и заведующая Волинской сельской библиотеки Лилия Максимова. Далее участники совещания приступили к рассмотрению рабочих вопросов, первым из которых стал ход призывной кампании на территории района. В ходе планерки обсуждался вопрос о проведении диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. С докладом по теме выступил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. В сегодняшний день у нас прошли диспансеризацию 1076 человек. От доведенного плана Кашхабского района составляет 105%. По вакцинации, Роскопич, тоже хотел довести информацию. На сегодня исполнение доведенного плана 81%, 14866 человек у нас прошли вакцинацию. 254 дозы у нас еще в запасе. Собравшиеся также обсудили такие темы, как проведение ярмарок и регулирование цен на территории района, о проводимых работах по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и многие другие. Заурхан Мирзов подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения.